Ой, что-то я какой-то прям вообще супер маленький стикмен. Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy, посмотрите на меня, какой я тоненький. Надеюсь, я сейчас жестко прокачаюсь. Ну и, конечно же, хорошо в донате. Перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте-ка посмотрим. На днерочку у меня есть вот такое перо. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я сразу же активирую автокликер. И вот таким вот образом я получаю силу. Смотрите, у меня есть еще деньги. И у нас есть эксклюзивный магазин, в котором мы можем с вами себе, ребята, купить дофигища просто геймпасов. Как же все похоже на пэт-симулятор, да, ребят? Ну, именно вот эти вот магазинчики и так далее. Давайте-ка посмотрим. О, индекс питомцев. Класс, ребята. Яйца, ребят. Которые мы можем с вами покупать. Давайте-ка посмотрим. Смотрите, здесь есть за деньги и есть за рубаксы. Давайте вот этого за рубаксы, ребят, попробуем купить, посмотрим. Может быть, он какой-нибудь интересненький будет и будет давать нам очень много денег, да? Ну-ка, открываем. Повезет? Нет? Пау! Новый питомец, ребята, нам доступен, да? Давайте-ка посмотрим. X50 он нам дает. Экипируем его вот таким вот образом. Ну-ка. Вау. Подождите-ка. Это я, получается, по 50 начал получать силы? Ребят, прям очень много, смотрите, начал получать. Какие-то статы. Я не знаю, что за статы, ребят. Это у нас шоп, как я понимаю, да? Здесь мы с вами можем улучшать себе предметы. Ребят, вот так, покупаем все, экипируем лучшее. И, ну, типа, смотрите. Тут у нас есть еще стадии, само собой, да? Я теперь прокачиваюсь вот такой вот гантели. Офигеть, как много я получаю. Слушайте, а можно силу продавать, интересно? Да, походу силу можно продавать. Но это тот же лифтинг-симулятор, ребят. Продаем. 300 косарей. Ты чё, серьезно? 300 косарей сразу же? Так, окей. А сколько стоит вообще первая стадия? Мы чё-то, мне кажется, ребят, супер быстро развились. Стадия. 5 миллионов стоит. Ну, типа, я могу вообще сейчас, наверное, без проблем взять первую стадию, да? Так, чтобы пройти вот сюда, мне надо 2 миллиона коинов. Так это изи. Берем вот так сел. И, ребята, у меня 2 миллиона. Берем сейчас, проходим просто в эту локацию. Так, берем скип. Подожди, я хочу пройти дальше, посмотреть, что там такое. Ребята, это питомец, конечно, вообще супер жесткий. Вот так покупаем. И мы с вами прошли в какой-то следующий остров, да? В этом мире мы с вами получаем плюс 20, ребят. Ничего себе. Это хорошо. Слушайте, смотрите, здесь еще у нас есть вот такой вот донатский. Давайте задонатим себе еще вот такого бета, ребят. А че нет? Давайте посмотрим, какие характеристики будут, ребят. Вот так вот покупаем и открываем, смотрим. Ну-ка, звезда какая-то. Окей. X80. Ну, в принципе, норм, ребят. Давайте фармим, фармим. Смотрите, как быстро у меня мускулар. Смотри, я мускулар почти, ребят. Чтобы пройти до последней локации, походу, ребята, надо нам с вами копить 56 лямов. Ну, на 17 миллионов. Офигеть, я могу сделать первое перерождение. Давайте сделаем, ребят. Я возьму сейчас вот так вот стейдж, покупаю. И я телепортируюсь вот сюда, да? Так, получается, да, у меня снова закрыта локация вот эта. Я, кстати, могу купить себе какого-то Вити, смотрите, за 499 и 1500, ребята. Давайте покупаем, я покупаю себе за 2500 какого-то ультра доминуса. Капец, ребята. Жесть, ребята. Вы представляете, как я сейчас буду жестко прокачиваться? Это просто капец. Поскольку мы с вами получаем, я даже не знаю. Ну, прям очень много, ребят. Офигеть, 385 лямов. Ребят, я сейчас сделаю еще перерождение, новую стадию. Давайте так поступим, делаем вот так. 15 миллиардов она стоит. А нет, кстати, пока не могу, пока не могу. Тогда мы с вами берем, сейчас проходим вот в эту локацию. Офигеть, ребята, ну этот питомец слишком мощный, мне кажется. Я качаюсь холодильником, просто тупо холодильником. Давайте попробуем пройти вот сюда. 56 миллионов всего лишь стоит, у меня 7 миллионов сил, ребят. Давай вот так проходим. А, там еще, смотри, есть. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас будет. Бам. У меня 58 миллиардов. Может быть, мы сейчас с вами сможем улучшиться и, ну, вот у нас покруче пэта. Нам, тем более, еще одного пэта можно экипировать. 250 миллиардов следующий, ребят, стоит. Да? Ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь за питомцы, насколько они крутые. Команка. И давайте посмотрим на ее характеристики. X20. Ну, не, ребят. Не, не круче, чем мои. Пойдем в шоп и возьмем себе новую стадию. Тут как бы, ну, по-любому нужна стадия, ребят, чтобы проходить игру. В любом случае нам нужно брать стадии. Следующая стадия, кстати, 50 миллиардов всего лишь стоит. Я в шоке, ребят. 24 ляма мы вот так берем сейчас. Предметы покупаем, экипируем. И погнали все
все, ребят. Блин, капец, как я быстро прокачиваюсь. А интересно, я могу в топ попасть или нет, ребят? Как вы думаете? Может быть, я сейчас уже могу попасть в топ? Ну, не, донат, ребята, это жестко. Слишком жестко здесь сделали. Слишком мощно уж я получаю. Я сейчас вообще полностью все перерождения сделаю. Жесть какая-то. Ребят, я делаю следующее перерождение. У меня 53 миллиарда. Это что-то как-то слишком быстро. Смотрите, кстати, я... Ну, тут локаций, в принципе, достаточно. И смогу ли я вот за одно видео, ребят, сделать вообще абсолютно все перерождения? Вот это мне интересно. Давайте попробую. Ребята, я беру сразу следом следующую стадию. 125 миллиардов. Это, конечно, интересно, ребята. Давайте смотреть. Бам. И следующий уже стоит 4,3 триллиона. Давайте посмотрим, получится у меня... Все-таки взять их все или нет? Давайте смотреть. Ребят, я могу уже взять почти следующий ранг. И давайте мы, знаете, что еще с вами сделаем? Чтобы мы с вами быстрее фармили, давайте вот так вот сделаем. В принципе, мне кажется, что нам это не нужно. Но зато, ребята, мне кажется, сейчас мы 100% сможем с вами быстренько вообще получить все абсолютно стадии. Давайте смотреть. 4 триллиона, ребята, тем временем у меня. И я беру следующую стадию. А, 4,3 надо, да? Ну окей, вот так продаем, ребята, разочек. И все, у нас, в принципе, хватает. Я беру уже за видео. Это какая стадия, ребят? 6-я стадия. Следующая 96 триллионов. Окей. Вызов принят. Ребят, я, похоже, прошел в самую последнюю локацию. Вы посмотрите, как она выглядит. Хотя вон там как будто что-то еще есть. Давайте посмотрим. Вот такой вот ракеты я качаюсь. И просто жесть. Посмотрите, как быстро это все у нас копится. 10 триллионов у меня. Давайте откроем вот это вот яйцо. Посмотрим. Давайте смотреть, насколько крутые здесь есть пэт. Ну, конечно же, мне выпадают всякие команки и всякое такое. Эпик. Ничего себе, прикольно. Ну, погнали дальше прокачиваться. И по идее, ребят, это у нас последняя локация. Насколько я понимаю, да? Давайте так продаем. И 33 триллиона мы... Мне надо, ребята, всего лишь, давайте я вам сейчас покажу, 96 триллионов. То есть давайте быстренько сейчас накопим и посмотрим. Хотя вот, ребята, это вот у нас последняя локация. 200 триллионов она стоит, так что я в нее еще пока не прошел. Ребят, я накопил 117 триллионов. Давайте мы с вами возьмем сейчас новую стадию. И получается, мне остается последняя локация, ребят. Давайте вот так делаем. И, ребята, это просто жесть. Мне кажется, это просто результат космос. И давайте, кстати, посмотрим, смогу Могу ли я вообще побороться за топ? Ну, ребята, в одном из топов я точно должен быть. Это у нас топ робуксов. Я сдонатил сюда там 2 с лишним, почти 3. Ну, пока, видимо, топ не обновился, ребята. А нет, вот я, ребят, на 55 месте. Ну, зато я попал в топ, ребята. 55 место, 4000 робаксов почти мы с вами сдонатили. Ну что, ребят, прошло какое-то время, и я в итоге все-таки смог открыть полностью все локации, полностью все перерождения, то есть стадии. И давайте мы с вами сейчас телепортируемся вот сюда, в самую последнюю локацию, ребята. И вы пока посмотрите, у меня звание Supreme, я 17 уровень. И, ребята, я вам сейчас покажу, что я взял полностью все стадии. 11 стадия, последняя, стоит 550 квадриллионов, вроде бы. Ну, а предмет, ребята, тоже у меня последний. Это Roblox Киберг Секрет. Вот такой вот предмет, ребята. Вот так вот он выглядит. Давайте мы сейчас с вами станем супер большими. Так, давайте мы вот где-где. Вот консил вот так вот делаем. И вот такие мы с вами гиганты. Вот такой вот это у нас предмет. Здесь мы получаем 75% бусту. Ну и, ребята, вот так вот я здесь прокачался. Обязательно пишите свои результаты, конечно же, в комментариях. Ну а я, ребята, в донате сюда немножечко, да, стал в топе донатеров. Ну и, конечно же, ребята, прокачался до самого конца. Всем спасибо за просмотр. Всем, ребята, пока-пока.